Итак, здорово, ёпты. Вначале прорекламирую один канал, который я уже, кстати, рекламировал. Это дневники социофоба. Там сын Сварога, бывший наркоман, живущий в какой-то вообще деревне в Казахстане, имеющий неплохой фотик, творит просто интересные темы, мутит. Что многим псевдоблогерам бы у него, так сказать, неплохо было бы поучиться, как из ничего делать что-то интересное. Вот, мутит разные всякие темы, как я уже сказал, там, посмотрите видео, к примеру, матка роида хочет жрать, про пришельцев рассказывает. Вот, в общем, интересный канал, реально, затягивает, кстати, поэтому переходите, посмотрите его. Вот, а мы переходим, собственно говоря, к... Я вот так вот затормозил, на самом деле, даже когда рекламировал, потому что... Да хер его знает почему, наверное, потому что все-таки смотрю, да, привык в шутерах как-то уже... Вначале, когда начинаешь играть, как-то, блядь... Быть, блядь, на этом, как его нахуй, на стрёме. Смотрите, как стрёмно, блядь, упала винтовка, вообще нереально. И уперлась. Вот это более-менее, да, это упало. То есть, сделаю ресмотр на этот кусок говна, да, я на самом деле делал в 2012 году. Мне потом некоторые люди писали, говорили, Ваномас, сделай, блядь, на Warface, это, блядь, популярная игра, там, крутой графон, блядь, вот. Но я-то делал, да, еще в 2012 году, когда это все вышло, обосрал ее-то жестко, короче. Вот, и сейчас после, блядь, аналитики на Элиза, да, решил еще раз сделать ресмотр, потому что понял, что школота какая-то играет, да, вот люди вот здесь вот есть. Тупорылые, видимо, Элизы всякие и подписчики Элиза, которые его смотрят и считают то дерьмо, что он делает, чем-то нормальным. Вот такие люди играют в этот кал, да. А, рекламировалась игра, как, блядь, с крутой графикой, потому что, ёб твою мать, движок кризиса, ебать, кризис, блядь, ты чё? Ну, понятно, так как играют дегенераты типа Элиза, то они, конечно, это хавают. Что совершенно существа с мозгом насекомого. Вот. А батя сейчас расскажет, что к чему. Да, вот видите, здесь какой-то режим ебанутый. Ну, это ПВП. И как-то здесь, блядь, там были ПВЕ. Но ПВЕ я точно не хотел, блядь. Какой-то вонючий ПВП. Все как-то воскресают, блядь, то есть, ну, полный бред. Давайте заценим текстурки, да. Ну, смотрите, ну это, блядь, пирамиды Хеопса, ебать, нахуй. Просто, блядь, палеозой, нахуй. То есть, ну, каким надо быть дегродом, да, чтобы считать, что вот это крутая графика. Ну, надо быть полным кретином, короче. Вот. И, соответственно, когда в Mail.ru говорят, что здесь крутая графика, ну... Что ж поделать, то ли они дегроды, то ли они мавроди, да, как бы. Вот, ну я думаю, там смесь и того, и этого. Давайте заценим, сколько, блядь, полигонов. То есть, вот, шина, да, раз, два, три, четыре. Ну мы видим, да, то есть это каменный век, блядь. Текстурирование тоже пиздец. Кризис, блядь, сука, движок кризис, блядь. Смотрите, какая четкая текстурка, нахуй. А трава, ебать, вот эта трава, охуенная трава, блядь. Кризис 8, наверное, это движок-то. Или кризис 9, блядь, 2037 год, ебать. Да, это у меня причем все, естественно, на максимум. Я вот кретином, блядь, с комментов покажу. Что вечно пишут, что у меня все на минимум. Стой смирно, я помогу. Вот. Кстати, ебло этого, блядь. Но они будут бегать, к сожалению, посмотреть. Но там видно, что... Блять, Counter-Strike 1, нахуй. Ну посмотрите, блять, ну чё ты, стой. Ну посмотрите на это дерьмо, блять, а. Даже в Сталкере 1, по-моему, лучше был графон, который вышел в 2007 году, а начинали ее делать в 2000, блять, первом году, блять, на древнейших видеокартах. Вы посмотрите на это, блять. Ну это ебать, это каким надо быть даунито, чтобы это считать, блять. Блять, здесь волхаки, что ли, блять, а, ну это, наверное, только для своих. То есть, ну, это полный пиздец, да. И я тогда еще сделал обзор, тоже обосрал. Вот, знаете, сколько здесь полигонов, блядь, а? Блядь.
Ну и посмотрите, в Моровинде, по-моему, травка была лучше. Посмотрите на эту хуйню, блядь. Кризис, блядь, ну... Вот играют школьники 7 лет, да, фанаты Элиза, потому что, ну, сами понимаете, каким надо быть дебилом, чтобы быть фанатом Элиза. И вот, блядь, игра для фанатов Элиза, понимаете? То есть вот такие дегроды, да, ДЦПшники вот играют в эту игру, потому что нормальный, адекватный человек никогда будет в это говно, не будет в это говно играть. Тем более в комментах писали, что это, блядь, от доната зависит, блядь, как ты нагибаешь. Блять, не могу понять, как понимать, кто свой, кто не свой. Нет голубой подсветки, что ли? Но это тупо. Потому что ее плохо очень видно, голубую подсветку. Вот, ну, какое-то полное дерьмище, какая-то карта вонючая, походу, очень маленькая, да? На которой ты воскресаешь, блять, и... Все бегают, блядь. Ну, то есть, для дегродов, понимаете? Вот как в этом можно вообще время терять, я не понимаю. Как дерьмо отображается все, блядь. То есть, повреждение, вот этот вот крест красный на пол экрана, да, это как дерьмо, блядь. Непонятно, кто свой, блядь, кто чужой, блядь. Но тут текстурки нет смысла заценивать, они везде одни и те же дегродские. Вот бутылка какая-то, блядь. Ну, смотри, сколько на ней полигонов, блядь. 4 штуки, что ли, блядь. Пиздец, блядь. Тут, блядь, динозавры, нахуй, должны бегать, блядь. То есть, ну, игра для школьников, у которых мозгов вообще нету, понимаете? То есть, блядь, сука, тараканы просто, насекомые. Вот эти насекомые, их 500 тысяч или уже 600, наверное, тысяч подписываются на Эльзу, блядь. Ну, там, накрутка, я думаю, много, там, 3/4. Блядь, ну это ебать дрова. Такими дровами, нахуй, сука, кто там, Клеопатра, нахуй, сука, своих мужей топила, блядь. Баньку им делала, ёпта. Хы, мазфака. Ну, я даже не знаю, понимаете, у меня даже нету, блядь, никакой этой, блядь, как ее называют, блядь, энтузиазма, во, обосрать. Потому что, во-первых, я уже обсирал эту игру еще в 2012 году. Во-вторых, блядь, где я-то, блядь? Я даже троих убил, да? Хотя вообще как бы ни о чем. Играю и похуй. То есть, блядь, давно еще делал обзор, обосрал, да? И игра, в общем-то, уже старенькая. Хотя на кризисе, блядь! Видите, как я нагибаю? Отлетает, кстати, как дерьмо тело, да? То есть физика отлета полная хуйня. Вот этот подкат ебучий, блядь. Ну, это школьникам только понравится. Вообще нереалистично. Где вы видели, что, блядь, в Чечне там спецназ и так вот подкатывался, да? Ну, то есть, ну, дегроды, понимаете? То есть игра для дегродов, блядь. Еще донат, блядь. Как в это можно хотя бы копеечку, блядь, задонать? Вы посмотрите на это ебло, блядь. Три полигона, сука, в Unreal, блядь. Два, блядь, графон лучше был. Полная, блядь, для даунов ДЦП, понимаете, игра, блядь. Говорю сюда, если ты копейку хотя бы задонатил, ты уже, понимаешь, ты уже, блядь, чмо какое-то ебаное, понимаешь? Ты уже, блядь, биомусор просто, блядь, сука, который надо просто куда-нибудь в Сирию, блядь, сослать, нахуй, чтобы там ИГИЛ, блядь, изничтожал. Ну вот, короче. Я думаю, ИГИЛ просто уничтожает всех, кто играет в эту, короче, игру. Просто конченая. Я не знаю, вот как дальше продолжать. Ну пусть, а может следующая карта другая, вон форпост какая-то. Но как бы тут видно, понимаете, что это просто каменный век. Это просто... Но я, вы скажете, сейчас многие будут писать, зачем ты делал дополнительное видео? И так понятно, да? И так понятно, что говно. Да, блядь, кому понятно-то, блядь? А хули того Элиза, блядь, 600 тысяч подписчиков, а? Понятно, блядь, понятно им. Понятчики, блин, а? Нихуя не понятно, блядь. Вы на улицу выйдете, блядь. Вокруг одни обезьяны, блядь. Зомби, блядь. Никто ничего не понимает. Ни одного разумиста, блядь. Ходят какие-то зомбаки, нахуй. Все, блядь, рабы системы ебаные, а? Как вот в это говнище можно вообще играть? Каким надо быть конченым? Даже, блядь, в Counter-Strike, чтобы играть, надо быть конченым. Но Counter-Strike-то, блядь, хотя бы типа, блядь, королева, скажем так, да?
То есть вот те люди, которые играют в это говно, они вообще в Counter-Strike-то играли? Или в Counter-Strike тяжело, там нельзя задонатить? Я не знаю, конечно, какая здесь физика доната, чтобы нагибать, да? Но просто писали об этом часто. В комментах там много. То есть, блядь, каким нужно быть, да, долбоебом вообще, если есть, блядь, бесплатная игра? Ну, Counter-Strike вообще-то купить, конечно, надо. Но там нету доната, и это киберспортивная более-менее, да, ну, тоже как бы кал, да, Counter-Strike, но все равно круче, да, блядь, и вот каким надо быть ущербом ограниченным, наверное, надо быть шестилетним школьником, который никто не сказал, что есть Counter-Strike, зато где-нибудь, блядь, по Первому каналу и показали рекламу вот этого Warface. То есть, ну, ограниченное существо совершенно, да, которое, блядь, дальше там юбки мамы ничего не видела и вот оно зайдет, блядь. Я просто не понимаю, да, у меня в голове не укладывается. То есть вот Дота, блядь. Да, она мне поднадоедает, но, блядь, ну Дота по сравнению с этим, это шахматы. А это, блядь, я хуй знает, это нарды, не нарды, блядь. Это даже не шашки, я думаю, это, блядь, очко какое-то, нахуй, понимаете? Ну, посмотрите вот на это. У нас что такое, блядь? Ну тут, блядь, нет смысла, понимаете, то есть понятно, то есть тут графон-то, блядь. Вы смотрите, даже скалы не смогли полигонисты сделать, они даже с расстояния много, блядь, километров, видно, что там три полигона на скалах. И тем более даже есть вот эти точки альфа захвата, это, блядь, как, ну это как и Call of Duty, и как этот, блядь, как он называют. Battlefield, да. Ну, я думаю, здесь на Call of Duty, наверное, больше похоже. Call of Duty там маленькие карты, вот это все говно, да. Аркадина, то есть Battlefield гораздо круче. Хотя Battlefield тоже, на самом деле, когда-то он был новеньким, но сейчас, конечно, это уже хуйня, на самом деле. Я же не могу в него играть совершенно. Прошли те времена, когда это было пиздато. Сейчас это уже шлак. По сути, и рулит Counter-Strike, да? То есть в Battlefield вы зайдете, я вот недавно заходил. Сервера-то пустые, ебать. И в четверке, а в третьей тем более. Вот. А в Counter-Strike сейчас сервера, блядь, забиты, пиздец как. Ну, блядь, игра полный фуфел. Я же даже не знаю, какие еще эпитеты подобрать, да? Как еще обосновать свою точку зрения, потому что, блядь, тут обосновывать нечего просто. Элиза играет, это же, блядь, популярнейший летсплейщик, это уже диагноз, понимаете? То есть нужно только посмотреть на главного, скажем так, и видно уже, какие дауны ДЦП играют. Там и по комментам к тем видео было все понятно. Как бы обидно, обидно, что в нашей великой стране столько ДЦПшников. И да, он. Поколение совершенно потерянное. Ничего, в армейку пойдут им там. По башке настучат, может, мозги вправят. Да вряд ли, конечно. Но с другой стороны, специально, походу, растят таких даунов, чтобы было кому на заводах работать. Потому что если все будут умными разумистами, то кто, блядь, будет дворы подметать, да, блядь, гайки вкручивать нахуй. Непонятно, да? Вот. Давайте, чуваки, на этом закончу. Тут, блядь, ну, понимаете, мне на это противно смотреть. Это уже не прикольно, да? Потому что, понимаете, для меня какой-нибудь кризис третий, это, в общем-то, так себе графона. То есть, это на масс демо, да, посмотрите, какие там деревья, блядь, охуеть. А здесь даже ни одного дерева нету, блядь. А даже если бы было, там было бы три полигона на нем, блядь. Три полигона на всю карту, блядь. Вот это КамАЗ, ебать. Но только батя, умнейший человек, понял, что это КамАЗ, а никто бы никогда не понял. Трук написано не КамАЗ, а Трук. Прикиньте, какие мрази. Не смогли даже КамАЗ написать. Трук, блядь. Трук ты мне или не Трук? Вон какое полигонище, блядь. Кубифицировалась, блядь, шина. Ну, кто из гонок знает, что это значит. Обкубилась, короче. Ну ладно, короче, в это говно, да, блядь, противно играть, реально. То есть, блядь,
Мне кажется, нужно, блядь, закон такой на уровне Госдумы принять, чтобы закрыть ВП. Нахуй эту игру вообще. Всех разработчиков точка уволить. Видите, как Батя нагибает, блядь. Это говорит о том, какие ДЦП играют в эту игру, потому что поиграйте в Counter-Strike, блядь. Там вас пиздец унизит, как ебать. А тут, блядь, даже Батя нагибает, блядь. Вот, в общем, полный шлак, да, игра минус 5 из 10, блядь. Если кто-то в нее играет, просто я хуй знает. Просто задонайте мне 1000 рублей, чтобы искупить грехи, короче, перед системой. Перед батей, на самом деле, не перед системой, конечно. Давайте, чуваки, покедовы, ёпты.